Анталия. Летели на самолете Boeing 757-200, большой, комфортабельный. Прошли таможню аэропорта Анталии. Сейчас идем получать багаж и на трансфер. Кафе. Выдача багажа. И на той стороне еще ряд магазинов, в том числе Duty Free. После получения багажа, вот через этот выход, мы пойдем на улицу, где нас будет ждать трансфер до отеля. На выходе из аэропорта нас встречает такая вывеска: «Добро пожаловать в Анталию». И вот такие трансферные стойки. Смотрим нашу стойку Аникс. И там нам выделят автобус для поездки уже конкретно в отель.